В Тольяттинскую городскую клиническую больницу номер 5 поступил новый ангиограф. Система с помощью специализированной техники в разобранном виде была доставлена в операционное отделение медучреждения. Аппарат поставлен в рамках национального проекта здравоохранения, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Оборудование предназначено для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь это инфаркты, острые коронарные синдромы. Аппарат позволит медикам в максимально короткие сроки обеспечить доступ крови, обогащенной кислородом, к проблемному участку в больном органе. В частности, система хорошо зарекомендовала себя в борьбе с тромбами и атеросклеротическими бляшками. Хирургическую сердечную помощь такого уровня тольяттинские медики будут оказывать впервые в своей истории. В рамках нацпроекта «Оснастить ангиографическими системами» планируется также Тольяттинскую городскую клиническую больницу номер 2 имени Баныкина и Центральную городскую больницу в Сызрани. Для нас, ну, это серьезный шаг вперед, учитывая, что мы достаточно большой лечебное учреждение, у нас два кардиологических отделения, которые принимают на себя пациентов с инфарктами. И в итоге для нас это возможность в более короткие сроки оказать необходимую помощь и спасти много жизней. Узнала, что в больницу привезли ангиограф, и теперь я абсолютно спокойна за здоровье своих близких, потому что у них есть сердечно-сосудистые проблемы, а ангиограф – это хороший метод для исследований, слышала об этом.